Ну что ж, давайте заберем машинку эту. И уже на сегодня будем заканчивать. Забрать машинку и все. Так, кто это там такой? Смелый, быстрый. Если ты смелый, быстрый, умелый, джунгли тебя зовут. Джунгли тебя зовут. Но мы, ребята, попробуем выиграть все-таки. Угу, вот и финиш. Первое место. Есть. А, нифига не получилось у нас. Идеального старта. Опа. Тихо. Проезжаем здесь. Я так понимаю, здесь. А, нет. Драйвер даун. Все, ускоряемся. Опа, немножко намочили жопку. Ну, ничего страшного. Так, какой-то пилота какая-то прям быстро хочет доехать. Опля. Мы первее. Опля. Проехали. А, да, помню эту карту, кстати. Эту карту я помню. Тут еще баночки будут в конце. Да, все туда попадали. Второе место. И следующий у нас уровень. Это у нас получается горы, что ли? Нет, леса, это не горы. Это больше ближе к сельской местности. Во, какой-то гад. А, за Дуди. Ты прикинь, Дуди говорит, а? За Дуди. Интересно. Интересно. Интересный чувак. Сейчас мы его попробуем. Ах ты, е-мое. Чуть-чуть. Немножко совсем. Не доехали. Опа, отличный старт, ребята. Так, опять этот задуди едет. Вообще, третий. Как так может быть? Да. Вот я на одном колесе практически еду. Почему мне не дают денег за это, а? У этого крылышки даже есть, смотри, на машинке. Ох, чуть не перевернулся. Есть. Первое место. Не знаю, какое вообще. Итоговое получу. А, мы еще будем ездить, понял? Ну, еще раз, так еще раз. Ничего страшного. Так. Главное здесь третьим не приехать. Там будет мне. Ну блин, смотри, этот вылетит как вперед, а? Я что-то не понимаю. Очень много прям желающих выиграть первое место. Опа! Вторым приехал. Второе место итоговое заняли. Дудя, молодец, 11 очков забрал. Ну что ж, отъехали немножечко назад, 2 сантиметра, то что я приехал третьим. Сейчас будем приезжать
первым. Первое место занимать. Ну, если получится, конечно. Так, какой-то японец. Смотри, какой он быстрый, а. Очень быстрый. У него там еще какие-то ускорители стоят, я смотрю. О, финиш. Спасибо, что не так далеко они их сделали. Ох ты, ё-моё, давай. Японец опять первый едет. Эх, ещё какой-то чувак на машине. Блин, вот у меня поднимается и всё капот. Что ты будешь делать, а? Yes, давай, первый, отлично. Всё. Поехали. Ребята, машинку я должен сегодня открыть. О, нет, нет, пожалуйста, да ё-моё. Батюшки свет. Первое место, круто. Проезжаем, и что мы видим? Получаем новый автомобиль. New Vehicle Unlock. Круто. Thank you. Ну что ж, у нас новое достижение. Моя платина круче твоей. А, пожалуйста. Давайте посмотрим. Если, допустим, Винтер возьмем. Вот такой ножник. 70 тысяч монет стоит. Блин. Да. Ну пока у нас такой машинки нету. Поехали, прокатаемся на красненькой. На красненькой. Немножко прокатаемся. Может до 7 тысяч заработаем. Поставим утяжелитель на багги. Мне утяжелитель нужен. Ну, может быть, на багги и надо было ехать. Ну, не знаю. О, хорош. Так, а мы, кстати, эту машинку прокачивали. Немножко, да, прокачали. Не помню, двигатель, кажется. Опа, здесь мы делаем. Подпрыгнем и поедем дальше. Ух ты, аккуратно. Икс, монетки. Так, здесь мы легко. Еще 1000 метров можно ехать. Спокойно причем. Так, благодаря магнитику мы монетки не пропустим. О, и еще немножко. Давай. Отлично. Отлично, молодец. Так, здесь так же самое. Вниз, вверх. Так, здесь мы попробуем перепрыгнуть эту всю канитель. Хорошо. Здесь также. Зачем нам эта вода? Все, в пещеру поехали. Ну, поехали по пещере тогда. Так, резкий спуск, резкий подъем. Да. Ох ты, да, neck flip. Бывает.
Такое бывает редко, но бывает.